вообще же. Вот, ого! Вот это пигматоид. Видел? Секет. Видишь, он красный? Это пигматоид? Да, да, вот это пигматоидная жила. А тут корочки. Да, ну кристаллики. Сейчас я наеду. Вот он. Да, вижу. Слушай, да когда жила-то охренеть пигматоид вообще. Так он тут вообще по всем боку пигматоид. Вот, вот. Ой, спускаюсь. Да, вижу. Да. Че ее бросили, как думаешь? Вода пошла, нет? Она вот сухая, она постоянно. Слушай, она не сухая. Мы тут-то вроде вообще-то тут до дна докопали. Нет, слушай, тут не глубоко до дна-то. Мы до не глубоко. До целины съемки дошли. Угу. Мы сюда вон не пришли. Даже плиты-то, я бы сказал, в принципе, это можно брать такие. Она разрушенная. Собранные. Опа! Я тебе хотел, видишь, порода мне тоже нравится. Порода, смотри какая. Смотри. Кварц с кристалликами идет. Кварц, да, с кристаллами, а здесь он шпат. Что-то не так камера снимает, все как дергаются. Какую-то кнопку, наверное, мы нажали. Все хорошо, надо просто такой инструмент взять вместе. Вот тут пошли, пройдем. Старая ямка, блин. Это не копа нож. Причем это кварц. Желто кварцевая. Вижу. Да хрена чистая. Та же самая жила, наверное. Вот, но она не прослеживается здесь поверху. Угу. Поверху нету, да? Видите, как они не станут так в идеальном порядке? Как лучи. Ну вот, пожалуйста. Видно, где накидано много. Угу. Пожалуйста, вот тоже. Ну, это обломка. Какой? Вон. Тут я даже какие-то хорошенькие выкидывал. Блин. Вот здесь вот в радиальном порядке видно, только основной кристаллик сломленный. Угу. А от основного он видишь как? Ну. Густо так лучиками распятся. Да, лучиками вижу. Ага. Они вот, которые целые были, я их уносил. У меня Валерий Иванович Кайнов там несколько штук взял. Красивеньких, а? Только близко не снимай. Ну что это попробуем? Это и будем пробовать. Ну ее почистить сейчас надо будет капитально. Вот так убрать откосы эти вообще. Вот. Ужас! Вот это гроза! Все, ладно. Красиво. На полу так, на этом, на земле там, град. Ничего, ничего, да. Там есть сильно такой дырявый, остатки собрался.